Привет, друзья! Сегодня 20 марта, и я приветствую всех садоводов-огородников. Мы продолжаем с вами посевной сезон 2022 года. И сегодня на очереди томаты. Перед тем, как перейти к посадке, к посеву томатов, и перед тем, как рассказать, как я делаю это в этот раз, быстренько расскажу, проведу такой небольшой обзор перцев эустомы, что у меня выросло на сегодняшний день. Эустома. Вот такая она у меня сейчас. То есть это вот самое большое, самое маленькое растение. Не помню, когда сажала, обязательно напишу под этим видео в описании дату, когда я сажала эустому. Ну вот этому большому я уже головенку обрубила, он уже набрал цвет, чтобы он из пазух, чтобы запустил новые побеги, голову убрали. А вот эта маленькая, еще в самом развитии, корневая еще не очень развита, вот этот уже все, пересаживать пора. Что касается перцев, перцы я сажала 5 февраля. Не проращивала, просто замочила на сутки в суспензии хлореллы. Вот так вот выглядит гибрид перца, а вот так выглядит сортовой перец. То есть разница очевидна, гибриды перегоняют. То есть если у меня всего 2 сортовых перца, и вот они разные по сортам, надписи вот, и примерно одинакового размера. Ну, конечно же, гибриды обгоняют. Я чуть позже, после посадки томатов, сделаю обзор всех своих растюх, которые на сегодняшний день у меня развиваются. Там будет и лук, эксибишн, и цветы, и перцы, баклажаны, и томаты. Обычно томаты я сажу всегда в торфяные таблетки, ну, по крайней мере, последние 4-5 лет. В этом году я решила попробовать мешочки для рассады. Покажу, как они выглядят. Вот я их заказывала на платформе Wildberries. Вот так вот они выглядят здесь еще, в этой упаковочке были. То есть вот они сейчас здесь отсюда. 100 штук написано. Разлагаемые мешочки для рассады. Размер 9 на 10. Но сразу говорю, что они не разлагаются, потому что это обычный материал, из которого у нас укрывной материал с вами шьется, делается. То есть это то же самое. То есть он просто тонкий. Может быть, лет через 20 он и разложится в земле, но не сразу за сезон. Вот так вот он выглядит в таком размере, выпрямленный. Вот так вот он выглядит уже в мешочке, наполненным грунтом. У меня есть вот такая ячейка большая. На здесь 64 ячейки и поддон. Эта ячейка большая ставится в поддон. В каждой ячейке отверстие для того, чтобы можно было поливать, и вода уходила в поддон, чтобы она не застаивалась. Чем хороши эти мешочки? Конечно, я их испытаю в этом году впервые, но об этом читала и слышала, о том, что многим не нравятся эти мешочки. Почему? Потому что очень сложно накладывать грунт в них. Ну, я для себя лично проблемы не вижу, потому что, ну, не знаю, ловкость рук и никакого мошенничества. Просто надо наловчиться накладывать грунт. Кроме этого, нужен еще хороший совочек, так скажем. Вот у меня, например, вот такой. Он узенький, достаточно удобный. И грунт брать, и, соответственно, в мешочек класть. Давайте сразу мы это и сделаем. Я покажу, как я это делаю. То есть, есть возможность подписать сразу же сорт. Какие плюсы, я считаю? Во-первых, корневая система дышит.
почва не загнивает, не плесенеет. Вот сразу нужно будет утрамбовать. Никогда полностью насыпем мешочек весь, а постепенно накладывая, можно утрамбовывать. Все. Ничего сложного, я считаю. Вот так. Все они у меня подписаны. Вот эту часть я уже посадила. Остался вот этот ряд, который мы сейчас вместе с вами и посадим. Так, во-первых, грунт у меня увлажнен. Сейчас я просто еще раз утрамбовываю грунт. Во-первых, саму поверхность грунта утрамбовываю, чтобы сделать углубление и положить семечко. Во-вторых, придавливаю мешочек к низу самой ячейки, чтобы, когда я буду поливать, мешочек плотно сидел, стоял, точнее, в ячейке на дне. Утрамбовали. Теперь делаем углубление. Можно, конечно, класть семена на поверхность грунта и присыпать. Но когда большое количество, и тем более вот в таких мешочках, я думаю, что удобнее сделать углубление. Углубление сделали и кладем семена. Я уже их приготовила. Углубление ямки глубиной 5 миллиметров, сантиметра много. Томаты всходят. Куда-то потерялась семечка, еще одна. Томаты всходят очень быстро, они обладают большой силой роста, поэтому взойдут они, начнут сходить примерно с третьего дня, на третий день. Поэтому можно сразу ставить под лампы, если они у вас есть. Если нет, то можно сразу светлое место. Здесь у меня и гибриды, и сорта, и свои семена, и те, которые я покупала, готовясь к этому сезону. Теперь закрываем углубление с семенами. Можно руками, можно любым приспособлением, какое у вас есть под рукой. Еще раз выравниваем поверхность и поливаем. Чтобы семена не ушли вглубь грунта, и опять же, чтобы они взошли равномерно, необходимо, я так считаю, что все-таки полить сверху, земля уже увлажнена, можно просто оросить из пульверизатора водичкой с фунгицидом. В данном случае у меня вот это средство «Биозащита от болезней», биокомплекс БТУ «Экодачник». Все, мы увлажнили, посадили, увлажнили почву.
что теперь я буду делать? Я сразу поставлю этот лоток под лампы, ничем закрывать я не буду, потому что, в принципе, с томатами не нужны вообще, в принципе, танцы с бубнами. Просто им нужно тепло, света пока не нужно, можно вообще в темноту поставить, в удобное просто место, где тепло. И где-то на третий день начнут появляться уже петельки. И после этого необходимо, чтобы они не вытянулись, необходимо поставить под лампы, либо на свет. Если у вас есть такая возможность поставить на окно, можно поставить на окно. Сейчас уже солнце активное, и им достаточно будет света, из окна солнечного света, чтобы взойти и хорошо развиваться. Но под фитосветильниками, конечно же, качество рассады будет лучше, потому что света все-таки больше, чем у нас за окном. И световой день еще пока короткий, особенно в Сибири. Расскажу, как я готовила грунт. В принципе, грунт для всех овощных культур я готовлю одинаково. То есть основой является раскисленный торф. Я добавляю 20% биогумуса, любого, какой в магазине купите, и 10% разрыхлителя. Это либо перлит, либо вермикулит. В данном случае здесь у меня перлит. Беленькие вот вкрапления видны. Всегда грунт увлажняю перед посадкой, чтобы не перелить после того, как семена посажу. Что касается грунта. А теперь о семенах. Я не говорила сегодня, какие сорта и гибриды томатов я сажала, потому что у меня есть на канале обзоры тех томатов, которые я планировала посадить и вот которые я сегодня и посеяла. В данном случае это и гибриды, и сорта, и те томаты, которые я уже выращивала, сортовые, и делаю сама уже семена и сажаю их же. Еще раз остановлюсь на рассадных мешочках. Эти мешочки, еще раз скажу плюсы, ну, с моей стороны, как я думаю, в чем плюсы вот именно такого способа посадки. Во-первых, чистота. У вас ячейки чистые не в земле, а в мешочках. Поливать можно и в сам мешочек, можно в поддон, если он удобный. Вот у меня не совсем удобный. Щелочки такое, пространство между верхним поддоном и нижним практически отсутствует. Щель только сбоку. Поэтому мне поливать в поддон будет неудобно. Если у вас будет такая возможность, то это очень удобный способ поливать не в грунт, не вот сюда прямо, а именно в поддон. Мешочек очень хорошо забирает воду, грунт будет увлажняться самостоятельно снизу и возьмет столько воды, сколько нужно. Ну, я посмотрю, как мне будет удобно. Скорее всего, я буду поливать вот в эти верхние ячейки, не в мешочек сам. То есть потом поделюсь с вами опытом, как же я это делала и каков был результат. Что же будет дальше, когда томаты подрастут и когда их необходимо будет уже осуществлять перевалку, то есть это не пересадка будет, а перевалка. Мешочек снимать не нужно, даже учитывая то, что он не биоразлагаемый, корни очень хорошо сквозь него проходят, это практически то же самое, что торфяные таблетки. Некоторые снимают, например, с торфяных таблеток вот это покрытие, оно бывает бумажное, бывает вот такое же тканевое. Но я считаю, нет необходимости это делать. В принципе, это не предусмотрено технологией выращивания растений в торфяных таблетках. И точно так же можно сказать и о мешочках. То есть не нужно снимать этот мешочек, точнее вытаскивать растение с комом земли, с корневой системой из этого мешка. Просто вы садите в горшок, либо емкость, так назовем, большего размера, большего объема, просто ставите этот мешочек с растением в эту емкость и засыпаете землей, присыпаете. То есть в данном случае я считаю, что кроме того, что здесь корневая дышит, нет
неудобств никаких по поводу того, что как накладывать грунт. Я показала, что это делается очень легко. И третий плюс, я считаю, что, наверное, это удобно именно для томатов. Почему? Потому что они часто перерастают. Не у всех есть фитолампы. У многих они стоят на окнах и довольствуются только солнышком весенним. В данном случае, если томат перерос, а мы с вами знаем, что они хорошо пускают корневую систему на всем протяжении ствола, это многолетнее растение и очень живучее, поэтому если при перевалке у вас помидоры перерастут, то можно его поставить на дно горшочка и заглубить столько, сколько нужно, то есть сколько позволяет вообще размер самого горшка. Если он будет вот, например, таким, соответственно, вот так и заглубить можно будет. Ну, конечно, предварительно обрезав или оборвав семидольные листочки. То есть вот в данном случае я считаю, я вижу здесь только плюсы. Ну, а вы спросите, что же тогда с мешочками происходит, когда мы пересаживаем это все вообще в грунт, уже в сад-огород, в теплицу, либо в открытый грунт. Я тоже не вижу здесь никакой проблемы. Обычно, что с травяфяными таблетками точно так же происходит. Когда вы осенью убираете ботву томатную, вырываете растения, то торфяные таблетки у меня вырывались вместе с корневой системой, оставались на корневой системе. В грунте ничего не остается в земле, поэтому здесь вообще проблем нет. Точно так же мешочки. Корневая система полностью его оплетет, и вы выдернете это растение, соответственно, либо корневую систему можно вообще обрезать и выбросить, а всю остальную верхнюю часть можно положить в компост, если она здоровая. Друзья, ну сегодняшняя посадка томатов закончена. Основные посевные работы мы с вами завершаем. Сейчас самая активная фаза. В марте мы еще сажаем томаты. Сейчас еще можно посадить перцы и баклажаны. Сроки еще совсем не ушли. Ну, в зависимости от того, конечно, в каком регионе вы живете. Для томатов, которые вы сажаете в грунт, в открытый грунт, можно посадить еще, сажать весь март, даже в начале апреля можно посадить. Я сажаю только в теплице, поэтому это все, что я посадила сегодня, все это пойдет в две мои теплицы. Что касается закрытия YouTube, об этом сейчас много говорят. Я создала свой канал в Telegram. Ссылочку на канал я оставлю под этим видео. Также планирую создать группу в ВКонтакте. Как только я это сделаю, я, конечно же, тоже сообщу вам либо через Telegram-канал, на который я уже ссылочку сегодня оставлю под этим видео. И я думаю, что если вам будет интересно продолжить смотреть мои ролики и обзоры, также, например, в Telegram-канале там больше текстовой информации, какие-то свои лайфхаки я вам, конечно же, расскажу и поделюсь. Если интересно, оставайтесь со мной, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И всем пока, до новых встреч!